Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Всі знають дану народну мудрість теоретично, проте, на жаль, не всі дотримуються її на практиці. Адже ж час від часу відеопольці стають свідками ось таких несанкціонованих звалищ. І не лише на окраїнах, але й у самому центрі селища. Дані кочугури сміття – то є творіння рук теж у відеопольців, але вже тих, у яких неабиякі проблеми із совістю, якщо, звичайно, вона в них є. Хоча у цьому дуже сумніваються працівники комунального господарства селища, на плечі яких власне і лягає прибирання та вивіз даних несанкціонованих звалищ. Такие достопримечательности, которые мы сейчас видим, делают не все. Большинство жителей поселка нормальные люди и стараются подписывать договора с коммунальным предприятием водопостач. И, естественно, мы с такими людьми работаем и готовы, скажем, дальше в любом ракурсе расширять оказание наших услуг, потому что у нас, кроме вывоза мусора, есть еще целый ряд услуг, которые мы предоставляем. Было бы только желание у хозяина или у заказчика заказать то, что ему надо, начиная это снабжение, естественно, канализация, вывоз отдельным транспортным средством, кроме мусоровозки, бортовые машины, если это строительный мусор, который не вмещается в контейнера или не подлежит, скажем, вообще строительный мусор нельзя выбрасывать. То есть есть целый перечень услуг, и при желании эти вопросы можно решать и не доводить кварталы поселка до мусоросвалки в таком вот сейчас ракурсе, как мы видим, что сделал тот человек. Если можно назвать его нормальным человеком, то условно, потому что нормальные люди таких свалок в поселке не устраивают. В результате, что получается? Я с точки зрения экологии, как говорится, не готов, есть экологи, а с точки зрения, как говорится, санитарного состояния поселка, как житель тоже возмущаюсь, а как работник коммунального предприятия, просто, скажем так, не хочу некорректными словами озвучивать и комментировать то, что происходит. Это говорит и об уровне культуры людей. Если он красиво одет и на хорошей, шикарной, дорогостоящей машине выезжает и вывозит, а у нас, у меня есть море таких фактов, есть записанные номера, и мы, наверное, будем таких людей приглашать на админкомиссию и разговаривать с ними там, а там разговор заканчивается штрафом. Но до этого не хотелось бы доходить и доводить, скажем так, тех, кто этим занимается. Но они сами провоцируют эти люди и вынуждают таким образом, однажды придется поступить. На более радикальные меры? Да. Стоит все-таки их уже внедрять в жизнь? Вы понимаете, если я несколько раз, не только мы сейчас находимся на улице Победы, но такие свалки или меньшие свалки, устраивают не только на улице Победы, это и в других местах. Я не говорю за трассу Овидиополь-Николаев, где все засыпано мешками, кульками. Я не говорю за посадки Боробойского, Дальницкого и Роксолановского направления, куда мы выходим с дворниками. И люди, как говорится, не разгибаясь, работают целый день. Убирают после кого-то, как это назвать, что человек, извините, если так можно говорить, сходил в туалет, а после себя забыл навести санитарный порядок на своем теле, так это получается то же самое с поселком делают. Так в поселке кто живет тогда? Люди, которые патриотами являются с точки зрения санитарного состояния, или люди, которые готовы превратить его в мусоросвалку? На эти вопросы надо искать ответы, не только, скажем, в рамках сегодняшнего репортажа. Тут я считаю, что вновь избранный депутатский корпус, а на этой улице тоже есть депутаты, и они в стороне не должны быть. Есть жильцы, население, есть общественные организации, и если им не все равно, по каким улицам в поселке ходить, чистым или замусоренным, то я считаю, что они тоже должны, как-то проявить себя. Потому что за последний ряд лет я такой активности практически от этих и депутатов, и общественных организаций по вопросам санитарного состояния поселка я не вижу. К сожалению, к большому сожалению. А одно коммунальное хозяйство справиться с этим не в состоянии. У нас 12 тысяч населения и 60 человек команды коммунхоза. Вы же понимаете, что силы не равны, и за каждым не уследишь.
Ну и просто, если идет человек и видит, что кто-то мусорит, замечание сделать, я считаю, что у нас находится время, когда люди встречаются, поговорить о чем угодно, о политике, о погоде, а вот сделать замечание и сказать, что больше так не делай, что-то я таких вот тоже примеров не видел. Сегодня, конечно, мы уберем это. Ну, опять же таки, это ложится нагрузкой с точки зрения затрат. Это то, что не оплачено. Наши предприятия – это хозрасчетные предприятия, которые зарабатывают себе на жизнь, на зарплату, на содержание автотранспортного парка, на все издержки обращения мы зарабатываем сами. Поэтому, если вот такие будут дальше продолжаться подарки, то недалеко и до убытка предприятия, потому что мы вынуждены делать эту работу за кого-то, за это ничего не оплачивается. В то время, когда тот человек оплатил бы какую-то там минимальную какую-то сумму, и мы могли бы это подогнать машину и вывезти. Тож, смітять одні, а прибирають інші. І поки ми самі не почнемо цінувати чужу працю та з повагою відноситися до своєї малої батьківщини, берегти та примножувати те, що маємо, а не навпаки, то, мабуть, марно чекати цього від інших. Тому перш ніж викинути де-інде сміття, подумайте про своїх дітей та внуків. Невже саме це ви хочете залишити своїм дітям у спадок?